Ребята, мы сняли такой уникальный формат, которого нет ни... Вероник, вот здесь надо стоять, только ты перепутала. Такого нет нигде, ни в России, ни в любой стране. Мы сняли что-то невероятное. Это пранки, собеседования. Это Коля, это Вероника. Они диктуют мне текст в наушники. И только их информацию я воспроизвожу. Это моя сестра. Да. И суть в чем? Виолетта не должна говорить то, что она придумала. Она говорит только то, что мы ей диктуем в уши. Да. Ну, такого точно. Но 100% нигде не было. Это очень круто. Это реально уникальный формат. Это могут быть любые звезды, артисты, блогеры диктовать мне в уши. Могут быть животные. Да, курица, крокодил. Там, свиньи, крокодилы. Короче, это круто. Я в шоке. Я жду. Все, погнали. Ну, я пошла, ребят. Я на автомойку. А какую именно? Слушайте, тут их две. Мы можем в двух снять. Здравствуйте. Здравствуйте, госпожа. Я пришла трудоустраиваться к вам администратором и автомойщиком. Да. Так. Ну я пошла. Давай. Че, откроешь? Че, откроешь? Какой ухажерчик. Какой ухажерчик. Ну завтра приходите. Здрасте, здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте, приходи завтра. Здрасте, завтра приходи, завтра. Нет, он приедет сейчас. Ну давайте. Ну давайте. Что, мне мужчинки покажут, как мне тут работать? Как мне тут работать? Не, сначала пойдем. Ой, заигрываешь уже? Заигрываешь уже. А у меня такой, да? Ой-ой-ой, какой деловая колбаса. Деловая колбаса. Пойдемте, покажете там мальчиков. Пойдемте, пойдем. Пойдемте, пойдемте. Я работала в автомойке, детейлинг, служба, Краснодар. Краснодар. Багаде. Каркаде. Ла-ла. О-ла-ла. Пойдет. Может, расскажете что-нибудь, покажете? Так. Долина чудная, долина. 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 Сигарету? А давай закурим. Это ты не продел? Это ты не продел? Ты не продел? Нет. Не ты напердел? Не ты напердел сейчас? Нет. Нет? Что-то пахнет. А что так пахнет? Я оттуда там. Да я шучу, красавчик. Я шучу, красавчик. Волгоград? Сама, да, Волгоград, да. На Аляске жила, хотела Россию забрать. На Аляске жила, хотела Россию захватить. Да. Испугалась. О, у меня член дикий просто. У меня член дикий, бля. Что? Ладно. Что? Ладно. Это же ты Челентано? Ты Челентано. Да? Да? Че пиздишь? Че пиздишь? А, Максимки. А, ты же Максимки. Ай, бля. Ну я, если сюда устроюсь... Ну я, если сюда устроюсь, ёпта. То... Наверное, ёпта. То ёпта... А, я здесь ёпта, ёпта, жить ёпта буду. На втором этаже, да? А чё, бля, ёпта нет? Комната есть. Чё, мы куда так, сейчас? Мы куда сейчас? Ты чё, бро? Ты чё, бро? Я извращенец, извини, вообще, за выражение. Я... Как ещё раз я... Ты что, извращенец, что ли? Еще раз, я извращенец, что ли? Нет? А ты? Ну, пойдем в комнату посмотрим. Это что за хоромы? Это что за хоромы? Нихуя себе! Нихуя себе! Ёбаный в рот! Ёптить-колотёптить. Оп, так, ладно. Я не... Нет, я... мне мама не разрешает. Мне мама не разрешает, я так не могу. Не могу, нет. Не, я так не могу. Закрывай свою шарманку. Свою шарманку, блядь. И всё. И всё, блядь. Напугал, блядь. И напугал. Ты чё? Ты чё? Про тебя сериал снимали? Про тебя сериал снимали. С насильником. С насильником. Нет. Чё, где этот работодатель наш? Руководатель ваш. Руководатель где ваш? Пам-пам-пам. Пам-пам-пам.
Это кто вы? А кто вы? Директор. Я пришла к вам на работу. И сейчас ваш молодой человек отвозил меня на второй этаж. И неприличные вещи, думал. Я вижу, вы нормальный человек. Я вижу, вы нормальный человек, и такого не будет. Ну, конечно, не будет. Я Виктория, я без бюстгальтера мою вообще. Без бюстгальтера. Я понимаю вас. Живете где? Живу на Максимке, но, как мне сказал ваш друг, что если я буду работать мой здесь, друг? То я буду жить на втором этаже. Вот. Как вам тут такое? А я вообще красивая? Вы вообще красивая? Да, да, конечно. Да. Ну что, проводишь меня по своим работам? Что тут вообще? Подожди, пока посмотрим, что у меня осталось. 27 лет я работала до этого, выкачивала говно из этих, из люков. Ничего себе. Да. А как ты туда попал? Мило выгляжу, но не мило пахло. Не мило пахло. Потом в автомойке. Красила машину. Красила машину на автомойке. Красила? Баллончиком уволили. Баллончиком. Уволили. Уволили потом. Да. Оказывается, не так моют машины. Не так моют машину, оказывается. Да, бывший приехал, пидор написал. Ну, по факту же. Виктория, у нас пока места нету работы, вы можете оставить номер телефона как-то, да? Да, на нас. У нас сейчас работа. Ёпта в роб-то. Да. Блядь, одной рукой за письку сиську не схвачь, конечно. За письку сиську не схвачь, конечно. Так, это какая-то хуйня. Можете оставить, еще не берем. Нет, мы, у нас пока есть кадры, работник еще есть. Пока кадры они еще повольняем нахуй. Нет, не повольняем, потому что смотри на меня и на них. 10-15 лет работают они. Что они могут? И что я могу? Я не знаю, что ты можешь. Я могу. Я дохуя могу. Вот, видишь, Моника, вон. Угу. Я понимаю, да. Хозяин зовут Олег. Сейчас зайди к нему, скажешь, Олег, отправил. О, можно тоже пообщаться? О, можно тоже пообщаться? Привет! Привет! Все, давай. Что, заебал тебя, что ли? Заебал тебя, что ли, уже? Скажи, как Олегу пойти. Али, отвези, Али. Ты чего? Ты обиделся? Щеки покраснели. Ты что, влюбился, что ли? А он что, влюбился, что ли? Я же на трудоустройство пришла. Олегу, скажи, как пойти к Олегу. Олег. Олег, он брат в автомойку сказал, что на говно. Олег, он напротив, директор. Олег прислал на мойку и сказал, что... Ну, Олег, вот этот вот директор сказал, что твоя автомойка говно. А Олег, кстати, когда я к нему подходил, он сказал, что твоя мойка говно. Кто сказал? Олег. Ну, скажи. Ну, пока, гудбай, я пошел на другую мойку, пока, гудбай. Давай. Давай, пока. Все, заебал. Заебал. Заебал, блядь. К Олегу пойдет? Ну, трудоустраиваться. Ну, трудоустраиваться. Мне сказали туда идти. Мне он сказали туда идти. Потом придет. Ну, конечно. Ну, конечно. Ладно, все, не заебывай. Ладно, все, не заебывай. Я пойду. Олег здесь, да? Олег. 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 Идем сейчас, нас направили на ту автомойку, потому что сказали, тут вам мы не нужны. Сказали, вон туда идите устраивайтесь. Олег уже давайте, знает. Давайте, Олежка. Давайте, да, Олежка. Крепкого орешка. Крепкого орешка. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Где мой крепкий орешка? Мужики! 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 Где крепкий орешка? Где крепкий орешка? Мне сказали сюда прийти к коллегу, к директору. Сюда прийти к коллегу, директору. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы крепкий орешка? Вы крепкий орешка, Олежка. Какой еще крепкий орешка? Короче, мне сказали прийти к вам трудоустроиться. Мне сказали прийти к вам трудоустроиться. Вон автомойка, которая справа от вас. Вон автомойка, которая справа от вас. А
это не вот мне сказали к вам прийти. А еще они сказали, что ваша автомойка похуже, чем их. Всегда вас имели. Они так сказать. Я предлагаю сейчас собрать всех самых сильных мужчин и напасть на ту автомойку. Берем руки, швангеры в руки и нападаем на них. Ну а что они? Ну а что они? Пиздят. Им нравится так, пускай они так. Ладно, пойдем на ту автомойку и скажем, ладно, что тут сказали, что тут говно. Скажем, что тут было говно. Скажем, что они были правы. Не надо. Ладно, я пошла. Ладно, все, я заебу. Пошла, все, не заебу. А теперь идем на ту автомойку и скажем, что они про них плохо сказали. Я годилась. Я иди сюда. Соберитесь все, соберитесь в круг. Я была сейчас на той автомойке. И они сказали, здесь только говно моют. И вообще автомойка, ну, и вообще автомойка так себе. Я сейчас предлагаю собрать самых сильных мужчин. И напасть на их автомойку. Сожгем нахуй. Они сказали, что вы моете говно. Возьмем шланги в рот. Возьмем жесткого в рот. И нападем. Шланги в руки, и на них нападем. Что думаете? Нападаем на них. Пойдем, коллегу. Пойдем, конечно, коллегу. Хорошо, мы захватим вашу мойку. А что мы сейчас к нему идем? Зачем? Ты же хочешь устроиться? Бля, я боюсь. Давай, я хочу, да. Олег. Олег, тут... Олег, меня... Разбирайтесь, вывели. Я, короче, пошла. Разбирайтесь, короче, я пошла, блядь. Блядь, страшно. Короче, что, мужики? Олежка сказал, что вашу автомойку с говном сравнит. С говном сравнимо. Я считаю, что надо их снести нахуй, чтобы сейчас я... Снесем, подожди. Но он сейчас очень злой и очень занят. Давайте. Давайте, пока. Перьям. Ребята, валим нахуй. Он звонит Олегу, ебать. Она посрала автомойку. Это кошмар. Здравствуйте. Я хочу трудоустроиться к вам на работу. Ну что, красотки? Горишь, как огонь я. Он лагает. Лагает жестко. У тебя тоже? Лагает. Так что? Так и что? Где? Что делаем? Работодатель. Где? Сейчас он был. А долго еще ждать? Он вам восходит, сказал, в час? Да. А сейчас два. Уехал уже, вам же говорят. Вы что, не слышите? Так, госпожа, да, милашка. Госпожа, как со мной разговариваешь? Ты как со мной разговариваешь вообще? Я трудоустраиваюсь не к тебе. Я устраиваюсь не к себе. Ну и все. Пососемся? Пососемся. Что за наезд, вообще не поняла. Ладно, все, давай, не заеб. Давайте тогда без трудоустройства сразу стою на работу. Куда мне проходить? Где фартук? Пум-пум-пум-пум. Пам-пам-пам-пам. Такс! Давайте тогда по моей команде будем продавать. Так, женщина, которая меня ругала. Давай тоже оденешься, будешь работать. Фартук, давай тоже оденешься, будешь работать у меня. Что это такое? Ладно, я отвернусь и уйду от вас сейчас. Какое шоу? Вы пранкер, что ли, бабуль? Заебывает. Заебывает жестко. Что вообще здесь происходит? Так! Я не понимаю. Да как тут? О, мужик. Это к тебе трудоустраивается? А ну-ка сюда, пожалуйста, можно? А ну-ка сюда, пожалуйста, можно на секундочку? А ну-ка стоять. Так. Так, что так. Тут? На свай можно пакет? 25 рублей вам?
25 рублей вам? За на свой. Чего? Так. Вам. Что-то не так? Друзья, пирожочки. Друзья, пирожочки. Я за нас вам. А мы при каких делах, девушки? Никого не поняла? Ходить. С ума не поняла. Вот. Что вы хотите? Что вы хотите? Я бы вот этот арбузики не советовала, они здесь гнилушные. Я бы арбузики не советовала, они гнилушные. А вот дыньки мои хорошие. Мои хорошие. Ёшка, иди отсюда, пожалуйста, иди туда. Здесь не надо. Я сейчас ментов вызову, бабушка. Давай, дергай отсюда. Я сейчас ментов вызову, бабушка. Ну что, нормально? Нормально. Арбуз гнилушный, говорю. Арбуз гнилушный, говорю. Реально. Девушка, идите отсюда, пожалуйста. Как красивые, такие глазки. Такая воспитанная красивая, вроде. Такие глазки, воспитанная вроде бы бабуля. Девственница. Девушка, девственница. Иди, пока я тебя не послала, куда подальше, еще раз говорю. Ой, сейчас напержу и уйду отсюда. Я сейчас напержу и уйду отсюда. Трава не хочет кататься? Можно. Оп. Опа. Женщина за рулем, беда на корабле. Женщина за рулем, это... Беда на корабле. Всем привет, я, если что, Зайцев. Всем привет, я, если что... Зайцем. Зайцем. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем в соседнее село на дискотеку. Повторяем на счет три. Едем в соседнее село на дискотеку. Ку! Так, а что, малыш спит, я разбудила? Ой, малыш спит, я разбудила. Нет, все хорошо. А можно вас потрогать? А можно вас потрогать? Милая. Голос, милая. Че вы тут? Вас маска нас не закрывает. Вас маска нас не закрывает. Знаете, сколько тут микробов развели? Знаете, сколько тут микробов? Развели. Развели. Почему вы не просите у меня деньги? Ладно, ладно. Я кондукторша в данный момент. Я кондукторша в данный момент. Так, 25 рублей за проездик. 25 рублей за проездик. Не, он расторможен был. Какого перепуга? Кто вообще? Коля. Виолет, все, этот, давай мы сейчас уедем отсюда, ментов вызвали. Ментов вызвали, давайте. И мы сейчас к тебе подъедем, короче. Ментов вызвали, меня сейчас ко мне подъедут. Не, правда, менты приехали. Сейчас, правда, менты приехали, я пошла. Что? Реально приехали? Можем проехать. Две машины ментов? Да. Давайте проедем, посмотрим. Ребят, всем спасибо за просмотр. Мне было очень приятно. Ставьте, пожалуйста, лайки, комментарии, колокольчик нажимайте, подписывайтесь. Я буду очень благодарна. Пока.